Кравцов. Рядом с ним заслуженный тренер России. Павел Георгиевич Блинов. Готовится Алексей Шаралгин. Старший тренер спортивной команды юниоров России. Роман Иванович Новоандян. Он беседует с одним из тренеров. Очевидно, дает указ. Иди к Лёхе, чё ты?
отец волнуется. Сын на помосте. Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, чемпион мира, рекордсмен мира Алексей Петров. Номер 22. Алексей становится чемпионом мира среди юниоров. Сейчас представляет взрослую команду на международных соревнованиях. Был признан лучшим. Готовится Александр Форгель. Леша что-то серьезный, не улыбается. Алексей, куда вы сейчас готовитесь, к этому старту? Чемпионат Европы. Чемпионат Европы. Ну и как, у вас желание есть выступать? Пока так, 50 на 50. 50 на 50. А вообще ближайшая цель какая? Чемпионат мира. Чемпионат мира. Русь, Китай будет. Гонжоу. Да, Гонжоу, Джоу Гон. Вот, и затем, значит, уже... Олимпийские игры. Ну что ж, больших успехов. Больших успехов. Леша также несколько слов. Да, привет им всем передаю. Готовится Тимофеева, да, всем ребятам. Бартко. Большой привет. Ясно. И по желанию, наверное, результат хороший. Хороший. Ну, Леша, спасибо. Сейчас, наверное, будем смотреть соревнования. А тебе огромных успехов, здоровья и хороших стартов. Выпрямил ноги. 155. Вес. Защита. Готовится к закону. Ноги. Выпрямить ноги.
47, он бы тогда... Номер 21. Он нас снимает. Ты бы видел, как Шляников интервью давал. Я, ну вы что, в основном принимали так это, когда готовились тренироваться? Дыками вид, тунги вид, рассказывал. Потом смотрел это интервью и рассказывался. Ну дома у меня, он ко мне приезжает обычно. Ездит, если основной снег, не приезжает. Калиоротат, липоксин, да. Вообще, как сульфат натрия. Алексей, как вы считаете, калиоротат это хороший препарат для тренировок? Конечно. Рекомендуете, да? Да. Нашим спортсменам для уверенных для стартов. Для питания сердечные, сердечные мышцы. Спасибо. И вот это тоже. А так еще что можно принимать для того, чтобы поднимать хорошие штангу? Метионин. Метионин, да? Конечно. Калиоротат, метионин. Спасибо, ребята, запоминайте. Вот Миша внимательно слушает наставления более опытного товарища. Потом что еще? Пиридоксин и гидрохлорин, В6, В12, кучамин и бромин, В12, В1. Хорошо, больше хорошо. Заслуженный мастер спорта Алексей Петров поздравлял своего товарища Михаила Репьева с почетным четвертым местом и желал ему на следующем старте стать первым на память.